брожу по своему старому району. Нравится. Иду, а тут забор, а там дом красивый. Вот. Раньше здесь жил. Ходил все время туда, в ту сторону, там магазин. А там мой дом, вперед, куда иду. Ну, то есть был дом, в котором я жил. Сейчас в другом живу. А это школа акварели. Вот, Сергея Андреяки. Очень красивая. Смотрите, какая красивая. Реально нравится очень. Дверь. Тут, кстати, столовка есть. Я в нее заглядывал. Вообще, очень душевная. Посмотрите, картина. А вот здесь у меня фотка даже была выложена в Инстаграм. Вот такая. Короче, классное место. И все в кустах виноградных, диких. Я иду, на меня жучок какой-то сел и ползет по мне. Я его не прогоняю, пусть будет. Мы с ним вместе ходим. Нет, конечно, не надо, согласен. Не ужинать 2 часа, это такое себе. Тут я жил. Вот дом. Вот смотрите, какой зеленый раньше двор был. То есть он здесь и сейчас есть, но я уже тут не живу. А до этого жил там. Красивый дом такой, прикольный. Во всем есть своя красота. Вообще красота в глазах смотрящего. Уютно. Все песни, которые раньше я записывал на балконе, вот на этом балконе записывал. Теперь там кто-то другой что-то записывает. Или даже совсем ничего не записывает. Все вполне возможно. Ой, какие милыши стоят. Вообще тут классно. Ой, ребят, посмотрите, какие к нам приходят крутые пацаны на скейтах. Ты с доской? Ты с доской? Ты с доской? Покажи доску. Вот, настоящая доска. Вот так вот. Да? Класс. Ты тоже скейтер. Кайф. Подшипники отсюда нафиг вылетели, да? Короче, я чуть не упал. Новый пришел. Капец. Благо был рядом со скетчопом. Местные скетчопы надо поддерживать. Согласен. Потому будем поддерживать. Сердце, тебе так хочется потусить. Этим вечером я с тобой. Я уже вызываю такси. Сердце. Пёсель развлекается. Нашел себе Басик. А что еще он нашел? Возвращайся в лужицу. Там же было тебе классно. Что вы тут делаете? О чем? О любви. Вообще-то у Риты день рождения, она смотрит и... Ну, мы делаем ей подарок. Подарок. Да? Да. С днем рождения тебя, котик. Лен, ну ёбана жизнь. Чего? Ну нет мужика. Нет мужика? Хорошо, мужики, пишите мне, если хотите. Это пиздец, да. Если хотите, чтобы я за этим больше не наблюдал, потому что ну какого хуя? Рит, поехали покатаемся. Ну все, надо валить отсюда. Мы поехали. Опа. Мы открылись уже на вынос. И вот что у нас есть. Как обещали. Это было красиво. Прикинь, ты идешь так. Блядь.